Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игрушке Lex и Plu, космическое такси. Первый выпуск я играл без премиум подписки, просто ознакомился с игрой, когда она только вышла. А сейчас ее уже обновили, доработали, доделали, возможно, там кое-как подправили, какие-то, может, недочеты были. И вот с подпиской сегодня еще раз покатаюсь, полетаю по космосу. Давайте продолжим. Что нас ждет впереди? Вот и мне интересно. Так. Где это мы? Мы, по-моему, новую локацию открыли. О, мистер Хрюк. Так, нужно поскорее. Вдруг кто-нибудь сзади еще будет ехать. Так. Ладно. Чуть было не врезался. Так, петелечка. Встречки не будет. Так, в этом уровне, в 10-м, у нас всего 2 пассажира. Одного мы привезли, пока без происшествий. Хотелось, чтобы так было и дальше. Так, кто это у нас, козлик или нет? Да, козлик. Вот вам происшествие. Упс. Получается, мне здесь нужно было ускоряться, видите? Ну ладно. Интересно, едем дальше. Что нас ждет впереди? Да мы уже знаем, что нас ждет, в принципе. О! Ежики, семейка. Здесь просто, получается, на первом перекрестке нам нужно просто ехать, да? Вот когда будет следующий опасный перекресток, там нам нужно будет уже ускоряться. Потому что если просто ехать, то мы не успеем. Ну, вот, блин. Ну так нечестно, опять так же само. Значит, нам нужно ускоряться в начале было. Видите, как сложно. Ха. Однако. Интересно, ладно. Что нас ждет впереди? Просто, значит, нужно в начале быстрее ехать. Там мы никак не успеваем. Видите, вот здесь. Нужно ехать быстрее, ускоряться. И быстренько мы поехали, поехали, поехали. То есть нужно пробовать разные тактики. Раз так вот. Ух ты, какой. Вот, видите, все, я здесь успел. И здесь тоже успел. И здесь успел. И здесь успел. Ну вот это прям Шумахер, да? Ха, класс. Все, по идее, здесь уже финиш. То есть, здесь у нас пословица «тише едешь, дальше будешь» не сработала. Мы можем открыть. Ого. Что-то новое. А такого не было. То есть мы открываем это за рекламу или нет? Просто. Получается, мы открыли. А почему нам не показали? Вот этот вот фон звездный, небесный, да? Но вообще, по идее, здесь вот должно быть все открыто, потому что премиум подписка. Пока не совсем понятно. У нас уже было 3 фона открыто. Вот сейчас открыли 4-й. А мы можем выбирать. Так, варианты такси. О, давайте на таком поедем. Можно за звезды, в принципе, еще открыть. Ну ладно, пока не буду. Впереди? Так, мышонок или крысенок. Блин, я отвлекся. Так еще бывают чуть такие небольшие подтормозки. Интересно, что нас ждет? То есть лучше здесь вот побыстрее. Видите? Опять же. А здесь нужно подождать. То есть не все так просто. Не так, как вначале мы ездили. И ни о чем не заботились. Какие-то космические звуки. То есть нужно думать, чтоб выиграть. Так, а ты кто? О. Успею. Успел. Ого. Спутник летает. Да. Ура! Мы можем открыть что-то новое. Это, наверное, за премиум подписку. Просто каждый раз дают сундук. Раньше таких сундуков не было, да? И что нам теперь показывают? Мы получили. По-моему, вот такие вот фонарики или что? Не совсем понимаю. Ладно, давайте за звезды откроем что-нибудь. Эй, а я хотел вообще-то машину открыть. Ладно, фон. Такой вот цвет неба. А вот здесь, получается, можно машинку открыть? За звездочки.
О, класс. Вот такая у нас машина новая. Новое такси. Интересно. Что ж, поехали дальше. Ого, что это, полицейский? Да, полицейский какой-то, ого. А ты не подумал, что ты полицейского везешь? Если будешь правила нарушать, тебя быстренько сейчас прав лишат космических. Так, здесь аккуратненько. Вот, проехал грузовик космический. Помидор пролетел. Я забыл, что здесь у нас овощи летают. Фух. А, здесь всего один этап, вы видели? Класс. Поэтому он такой длинный и сложный. Давай начнем следующий уровень. А здесь нет коробки у нас. Странно. Может, то коробка что нас просто ждет показывала, впереди? Что можно, типа, вот, открыть. А, нет. А сейчас, получается, я все деньги потратил. И, в общем, уже ничего мне не предлагают. То есть нужно больше звезд зарабатывать. Так, смотрим. Можно пока ускориться. Здесь никто не летает. Неоживленная трасса. Ого. Мистер Петушок. Так, ой. Я специально заметился, думал, чтобы сверху с ним не встретиться. Видите, нужно было чуть еще ускориться. А, вот это вот. Нежданчик. Интересно, что нас ждет впереди? Кто? А, улитка. Так, сдалека видно было плохо. Так, лучше здесь ускориться, да? Все, понял. О, боже, улитка. Такой рюкзак на этом, на спине. На панц... на раковине на это, что я сразу даже не понял, кто это. Так, а вот у нас лисенок. Опять мы грузовик пропускаем. И здесь, видите, вот нужно ускориться. Раз, все, потом замедлиться. Я просто, ну, рано замедлился. Вот и все. Ого, тарелка с какой-то едой космической. Не сильно, конечно, аппетитная, но полетела. Отлично. Давай начнем следующий. Вот и хорошо. Пока все нормально. Вначале немного, конечно, были сложности, пока вспомнил, как это делается. Привет, крольчиха. Так, быстренько. Ой-ой-ой, вот это я гоню. Так. Аккуратненько здесь на. А зачем? Прямо нельзя было поехать. Здесь тоже вот. Так, а там что у нас? Тут попробую ускориться. Да, видите, чтоб нас не этот не сбили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а здесь замедлиться нужно. Супер. По-моему, уже все. Такой уровень непростой, ура! Но вот получилось. Да, видите, получается, когда у меня есть 500 звезд, то мне предлагают открыть сундук. То есть это не подарок каждый раз. Это вот просто предлагают за 500 открыть. Давайте я буду сначала машины открывать. Оп. А, вот такой вот космический вездеход. Этот с, турбо, с турбинами какими-то. А это больше похож на такой, на планетарный, да? То есть нам ездить именно... А по планете на нем хорошо. Ну что ж, поехали дальше. Интересно, что нас ждет впереди? Ой, вы видели? Наверное, от того, на какой машине я, может, зависит, где я езжу, потому что... Ой, куда мне? Новая... Ого, какой длинный, вы видели? Успел? Так, а здесь что у нас? Ничего себе, трассы какие прям гоночные для Формулы-1. Так, берем мистера Свина. Блин, ждал, машины не было, думаю, ну ускорюсь. И вот попал. Интересно, что нас ждет впереди? Да вот уже понял, что ждет. Так, ежата, приготовьтесь, пристегнитесь, мы выдвигаемся. Ой. Я понял, что здесь иногда нужно просто быстренько проехать, вот как здесь. Ну что, попробовать и здесь также? Ой, как длинно. Можно было просто налево повернуть и сразу на остановку выехать. Нет, надо было пропетлять. Так, ну что, успею я? Да, видите, вот я ускорился и успел проехать это место. И здесь тоже успел. Конечно, в реальной жизни так делать нельзя, спешить. Но вот здесь помогает. То есть ехал медленно, не спеша. А, тут три этапа, блин, это только два.
а на третьем... Смотрите, а ускорение вот как... Как хвост у лисы. Да, смотрите, такой хвостик. Успею, вот, отлично. А здесь... Блин, надо быстрее. Успел. А вот здесь нужно замедлиться. А здесь ускориться. Все, приехали. Фух, однако. И вот мы в космос. Ура! Улетаем. Мы можем открыть что-то новое. Да, опять. Ха. Так, ну машинок мы сегодня уже хватит открывали. Давайте здесь что-нибудь откроем. Типа вот это украшение, да? Ну или освещение на планете. Вот такое вот какое-то. Понял? Интересно, что нас ждет? Продолжаем. 16 уровень только. Я только 5 уровней прошел. Я думал, я уже больше... Блин. Я нажал на экран поздно. Я думал, что ускорение сработало, а оно не сработало. Интересно. В итоге что я нас ждет впереди? Поздно стартанул. Вот нужно было раньше, видите? Вот так оно все получается. Быстрее едешь, быстрее доедешь. А, ну вот это вот, видите, контуры. То есть я понял. Третий вот этот раздел. Это именно контуры, вот эти вот... ого, метеорит. Контуры наших трасс, все. Ух. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Фух. Два пассажира. Опять полицейские, нужно аккуратно. И там полиция, и там полиция. И везем полицию, и летит полиция. Куда ни кинься, одна полиция. Сзади полицейский сидит, наверное, в шоке. Вот. Вот так, по идее уже. Вот, видите, оно повторяется, то есть нужно ускоряться на таких местах, а потом ждать. Вот и все. 16 уровень. Отлично. Нормально пройден. 330 Интересно, звезд получил. Что нас ждет впереди? А потому что вот 3 было пассажира, да? То есть за каждого пассажира мы получаем 110 звезд. Вот здесь ускоряться нужно, по-любому. Здесь тоже. И здесь, то есть просто нужно не тормозить. А в этом уровне 2 этапа. Прикольно. Вот эти всякие там покрышки и все остальное. Успею. А здесь? Ой-ой-ой. Так, а здесь нужно подождать чуть-чуть. А здесь ускориться. И, по-моему, мы уже приехали. Нет, еще не приехали. Ой. Ну уже. Я думал, уже приехали, а тут еще далеко было до финиша. Рано стало расслабляться. Мы можем открыть что-то новое. Так, ну мне вот эти нравятся. Ограничители для... Ну, для трасс. Давайте, да. Еще один какой-то откроем. Вот такой, да? Ну что ж, потестируем его. Интересно, что нас ждет впереди? Да, вот видите, поменялось, кстати, вот бортики, скажем так. Теперь я уже понял, что это улитка. Улитка, я понимаю, что ты привык к медлительности, но здесь придется немного ускориться, если мы хотим не попасть в никакой метеоритный там шторм, дождь и так далее. Улитка даже не успела ничего сказать. Мы ее быстренько с ветерком доставили. Так, и здесь все здорово. Я уже, честно, не помню. Последний... первый и последний раз играл, наверное, пару месяцев назад в нее, когда она только вышла. Отлично. Уже не Давай помню, что было раньше, как было раньше, но сейчас как бы все четненько. Интересно. Все хорошо работает. Конечно, лучше в нее играть на узенький экран, как бы. Оно там более так... Ай-яй-яй, заговорился и отвлекся. Смотрибельно и играбельно. Но мне как бы удобнее записывать на широкий, поэтому я вот так играю. Если вы скачаете себе ее, она абсолютно бесплатна. Можете попробовать на узком экране. Вот я думаю, вам больше понравится. Интересно, так вот, игрушка абсолютно бесплатная. Но вот некоторые предметы можно покупать только с премиум подпиской. Ну, я первый раз играл без подписки, ну, в принципе, я особо разницы не заметил. Ну, только что, да, больше декораций доступно, больше вот этих машинок можно открыть, как бы. Та же самая вот реклама для удвоения есть, как и раньше, там, все так же само.
Так что, кто любит бесплатные игры, давай спокойно скачивайте, интересно, играйте и ничего не бойтесь. Впереди. Так, последний уровень. О, класс, смотрите, как красиво. Какая-то новая планета, что ли? Какая-то такая фиолетовая. Не успею, не успею. Поспешил, людей насмешил. А давайте вообще поменяем... А как нам поменять что-то? Вот. Фон. А то что мы с этим фоном сюда? Вот такой вот фон поставим. Вот такие ограничители. Да и машинку поставим. Какую? О, просто настоящее такси, да? Все, погнали. Интересно, что нас ждет впереди? Вот видите, получается, сзади фон поменялся. Вот этот вот... О, ежики. Тут лучше подождать. Да. Здесь тоже лучше подождать. Тот случай, когда лучше было ждать. А здесь нужно было ускоряться. Иначе можно было дождаться. Ого, ого. Топливо возят. Одни эти. Топливовары. Хотел сказать, водовары. Топливовозы. У меня уже, кстати, звезды есть на следующую декорацию. Даже если проиграю. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну, здесь меня уже навряд ли кто-то остановит. Хорошо, хоть здесь нет космических гаишников. А вот здесь не знаю, что делать. Быстрее. О, фух. Все. Доехал. Отличненько. Ура! Мы можем открыть что-то новое. Давай. А интересно, когда все откроешь, что-нибудь будет еще доступно, либо нет? А давайте, давайте, давайте... Вот здесь фон откроем. А уже машины буду открывать в следующий раз. У нас уже 5 штук открыто. Еще 4 нужно открыть. Вот такой интересный фон, да? Ну что ж, ладненько. А с ним я полетаю... Не-не-не, я хочу уже... Да, выйти. Почему удивляетесь? Я уже смену отработал, пассажиров доставил. Пора и отдохнуть немного. Ну а вы, друзья, можете продолжить работать на такси в этой замечательной игрушке. Ссылочка в описании. Скачивайте. Ну и наслаждайтесь веселой игрой. Пока-пока. До новых встреч.